так особо детства не было, даже вспомнить нечего. Бабушка пекла эти вкусные блины, очень тонкие, с дырочками. Чудеса точно существуют. Взрослые нередко ностальгируют о детстве, вспоминают о том безоблачном, беззаботном времени и пытаются хотя бы на минутку вернуться в детство. А возможно ли это, мы узнаем из новой российской сказки «Тайна амулета». Этот амулет исполняет желание. Он должен вернуться к нам. В каких-то сценах было довольно сложно, мы снимали где-то ночью, там несколько часов на протяжении одну и ту же сцену переснимали. Но в целом было очень интересно работать с другими актерами. С твоей помощью я владею всем миром. Вы верите во всякие амулеты, удачу и чудеса? Да, верю. Чудеса точно существуют. Но я же девочка, я верю в чудеса, я верю в волшебство, я верю в приметы, я верю в знаки, они меня всегда сопровождают на самом деле. Я, если честно, очень верю и в чудеса, и в приметы, но, конечно же, хочется больше верить в хорошее. Я отказываюсь верить своим глазам. Мы взрослые люди. Взрослые люди? Я так не думаю. Давайте разберемся, что за амулет и в чем же его тайна. Его находят трое молодых людей и тем самым случайно вызволяют древнее могущественное существо. В благодарность оно возвращает ребят в их детство, чтобы те смогли заново пройти свой путь взросления и исполнить свои детские мечты. Кажется, приключений будет очень много. Что произошло? Мы стали детьми? Значит, это был не сон. А какие у вас были самые интересные и яркие моменты в детстве? В 5,5 лет я пошла в теннис играть. Я бы повторила этот момент, потому что на данный момент я закончила карьеру. Естественно, я бы хотела пережить эти эмоции. В детстве все происходит иначе, да? Мы радуемся просто вот какой-то сладкой вальты, птички увидели, зеленой траве. И я бы, наверное, если вернулась бы сейчас, я бы больше была бы в моменте. Ну, наверное, я просто сняла бы все ограничения и целыми днями занималась какой-нибудь ерундой. Мы бы выспались. Ну, хорошенько бы выспались, наверное, вдоволь покушали сладкого. Я бы, наверное, побольше бы поспала, вот, а так как мы это в детстве все-таки не ценили. И, конечно же, ценила бы нашу родительскую заботу. И как же нам забрать амулет у мэра? Нам помогут они. Когда мы снова станем взрослыми, я бы хотел не перестать верить в чудо. А какие ваши самые яркие воспоминания из детства? Ну, например, как мы ездили в детский лагерь со своей сестрой, как мы с папой гуляли. Я никогда не забуду, когда бабушка пекла эти вкусные блины, очень тонкие, с дырочками, и звала меня каждое утро: «Нелли, приходи со сметаной, с таким деревенским молоком». Я это все вот ела. Сейчас бы вернуться на самом деле в то самое детство, когда бабушка пекла эти пирожки или блины. Вот все бы за это отдала, честное слово. Вообще мы занимались спортом с 5 лет, поэтому у нас так особо детства не было, даже вспомнить нечего. Я поступила в детский московский театр эстрады. Потом у меня еще были восхитительные дни рождения, спасибо моей маме. Я в детстве очень любила цветы, меня было просто не оторвать. Я нюхала каждый цветочек и просто получала удовольствие от цветочков. Тайна амулета.